Итак, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня мы будем играть в криптопроект новый, но он, кстати, еще пока не вышел. А вот, и он только ожидается. Его выход называется он The Machine Arena. Или Machine Arena. Это новая игра, которая еще, как я уже сказал, только предстоит выйти. Она еще не вышла, она в бете. Сыграть ее можно только получив ключ. Но я уже для вас ее буду обозревать заранее. Вот ключ я уже получил. Ну, это же, естественно, я уже в игре. Вот, и сейчас будем ее осматривать. Что тут так? Музыка играет. Ну, здесь у нас пометка бета. Так, здесь есть соцсети, я обратил внимание, что есть Discord. Discord я уже подписался у них. Есть TikTok. Этот, как его? Инстасрам. А потом Twitter. А, подожди, это Twitch, вот Discord. Фу, перепутал. Так, галерея, это нам не надо. Social тоже. Play, профайл мой. Option. По настройкам здесь, так... Все необходимые настройки есть. Resolution Scale. А почему 50 стоит? Давай 100. У меня как бы система позволяет. Фреймрейт я выставил 90 лимит. FPS Show. Ну, мне не столь важно это FPS видеть. В принципе, так. VSync включил. 2К стоит. Графика на ультра. Все. Выглядит вполне неплохо. Чем-то мне напоминает вот этот чувак этого из Звездных Воинов, генерал, как его там, Гривус, по-моему, точно, только многорукий был, а этот двурукий, двуногий какой-то робот. Так, давайте play нажмем, PvP турнир и так, Dead Run Challenge, это недоступно, альфа пока. Dead Run, это тоже альфа. Quick Play, быстрая игра, я так понимаю. Custom Lobby, это кастомные лобби. Собираться бандой рубиться. PvP Tutorial, я так полагаю, нам сюда. Так, а это можно? А, вот нажал, да, второй клик, типа, вот, заходит. Погнали. Музыка такая мягенькая, не напрягающая, в принципе. Можно даже, наверное, громче немножко сделать, чтобы ее было лучше слышно. Потому что вроде бы у меня как бы звука хватает. Я еще чуть-чуть добавлю сюда. 4, вот так вот. Так. Ходить у нас ВАЗД. Так, мышкой управляем. Это наши скиллы, я так понимаю. Крестики какие-то. Так, это Shift, Space. Это ускорение, наверное, да? V. А что такое V? Ау! Понял. А Space это, наверное, какая-то ульта будет, да? А что Shift? Shift ничего не делает. Там, а, это надо что-то сюда поставить, наверное. Я так понимаю, да. Стрелять пока еще не можем. Так. Ну пошли-то. А что здесь? Подожди, звездочка показывается какая-то. Е. Оружие типа взять? Weapon. Окей, взяли. А еще могу взять или это одно тело? Так, патроны бесконечные. Жизни у нас 200, да? Или не, не бесконечные патроны. Или бесконечные, подожди. Бесконечные. Так, пошли. Разбираться, что здесь. Где супостаты? Супостатов дайте. Первый супостат готов. А, здесь еще ограниченная область стрельбы есть. Давно я в такие игры не играл, но игрушка прикольная. И самое главное, что она бесплатная будет. Хочешь вкладывай, хочешь не вкладывай, хочешь зарабатывай. Ну, мне нравится, интересно пока так.
Чем-то на контру похоже, только вид сверху. Так, а ракеты можно брать? Rocket. Precision Shot. System Overdrive. Давайте ракеты возьмем. А куда они? А, вон они, все. На вторую кнопку. Это хилка. На вторую кнопку забиндились, я понял. На правую, точнее. Слушайте, ну выглядит очень неплохо. Там я видел, игра была в этом, по-моему, еще в стиле киберпанка, и она тоже так, ну, как бы, вот, не крипта, но выглядит классно, и это ничем не уступает, не хуже. Смотри. Отражение видно. Не, как качественная игра такая, мне нравится. О, вот и ракеты, хорош! Какие жирные! Тихо. Ай-яй! Бьют! Избивают! Изверги! Иди сюда. Я тебя бить не буду, обещаю. Так, есть контакт. Это у нас деньга какая-то внутриигровая собирается, да? Так, это тоже деньга, я понял. За что-то можно будет покупать, да? А это куда я пошел? Слушайте, ну интересная игра. А, сейчас зажмут меня здесь. И будет мне гайки. Не, не гайки. Нормально. Живем. Это тоже какими-то ракетами пуляется, видимо. Ай-яй. А, он типа... А, это стрелы типа, да? Он убегает от меня. Это босс? Или кто это? Не, это не босс. Так, деньги еще дали. Уже 300 на шкеле. А хилка где-то есть, интересно? Дайте, пожалуйста, хилку полечиться. Так, я здесь все уже сделал. Это что такое? А, это типа путь туда, и можно туда пойти. А сюда типа за деньги? Или там типа денежное место, деньги нарисовано? Вроде бы. Так, поехали. Это что такое? Это улучшения какие-то? Confirm. Exit terminal complete dead run. Victory. В смысле, я победил? Continue, окей. Быстро. Давайте еще. А, в тот терминал не обязательно было заходить, можно же было дальше пойти. Я только сейчас додумался до этого, ё-моё. Ну, давайте еще пошастаем, ладно? Так. Опять пушку. Это снайперка. Эй, снайперки не люблю, тем более здесь снайперки, ну, типа, кому... А, вот, я тут же, смотри, вернулся сюда. Отсюда начал, да? А это что такое? А это не берется ничего. Так, ладно. Сопли какие-то зеленые. Поехали. Ой, так вот этих много так стало.
Так, это что такое? Что-то взял или пошел куда-то? А, зашел. А ракеты у меня уже нету, да? Они не сохраняются, то есть выпадают в бою, типа. Я понял. Собирать надо шмоточки. Ай-яй. Так, это что у нас такое? Какая-то батарея. Так, здесь оружие, типа, дают, да? Кажется, так и здесь батарея. Давайте еще посмотрим, что здесь есть. Так, вроде бы все, ну пошли дальше тогда. Пошли к оружию. М? Ай-яй. Ты где там? Так, пушку могу еще одну взять. Или коллект. А, тогда лучше деньги возьму. Меня моя пушка, в принципе, устраивает. Так что... Тут еще есть... Так, там деньга, я так понимаю, да? Там опять оружие. Окей. М-м-м. Пошли на деньги этот, наверное. А у меня 175 сейчас, да? Может, магазин где-то есть? Где-то найдем. Поехали. Да что-нибудь можно будет прокачать? Или купить? Так. Жизни. Movement. Damage. Rate. Fire rate. Rate of fire. Так, 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 давайте мувмент прокачаем. Мы еще быстрее двигались. Поехали дальше. Ух. Ой, босс. Ай-яй. У какие-то они жирные стали. Тылку взял. Так, отлично. Так, еще соточка, отлично. Забираем. А здесь все, все, пошли. Пойдем выше или, или туда пойдем? Куда пойдем? Погнали сюда, наверное. Ух ты, сука, вот здесь, ёлопало. О! Мощные ребята! А я сейчас уничтожу. Нет. А хилка есть где-то? Да никак, ой.
первая смерть. Ай-яй. Continue. А я могу возродиться здесь? Нет, нет. Поехали. Надо еще чуть громче звука добавить это, потому что я так предполагаю, видео, наверное, сейчас не слышно будет, потому что звуки есть, как бы, надо их слушать людям. Так, а у меня пушка уже есть, да? Что это? А мне надо было? Может, мне надо было брать? Так, это апгрейдная станция. Так, на одну жертву примерно одна обойма, да? Лучше сразу перезарядиться, когда вот отстрелялся этот самый, и пошел в войско. Чтоб не начинать этот самый стрелять сразу по другому чуваку, лучше перезарядить пушку, чтоб сразу сбрить. Так. А что это? Dead and Dash. Это типа уворачиваться от пуль? House Core. Core из глаз. Damage Reduction. Это типа защита, да? Давайте вот это возьмем. Какая-то штука интересная. Она типа урон забирает? Ой-ой-ой, как они гатят больно. И хилок нет. Это плохо. Можно хилку где-нибудь кинуть? А то как-то мне наваляли. Ау. А, вот, второй кнопкой оно типа вот колбасит, я понял. А собирать их обратно можно, типа, или нет? А, они восстанавливаются. У меня хилок нет, это, конечно, печально. Так, этим два выстрела надо, чтобы их убить. О, хилка. Так, а... Снайперка вообще с одного выстрела валят. Граната, пояс. Да. Давайте защиту, может. Или еще вот этот взять. А, это у меня типа есть уже. Давайте вот это возьмем. Так уж и будет. Так, там пушка. Там еще кто-то. Пошли сюда. Ну, снайперка, конечно, мощная. Два выстрела, типа, и все. Вроде как даже неплохо. Так, ХП можно повысить еще. Хаус кор. Плюс один. А что у меня по деньгам? 95 всего лишь. А, не хватает, да? Надо еще денег собирать. Я понял. Ну, пошли подсобираем. Ух, с одного выстрела уничтожаете щуку.
А этот жирный. О, хорошие они гадят. Зелененькие штучки. Так, а хилку еще можно? А хилок нет. Хилки редкие выпадают. Это, конечно, не очень хорошо. Не бы хилок побольше. Это что такое? Турель? Давайте турель возьмем. Да, вон у меня турель появилась на шифте, да? Я понял. Сейчас выбежим, сразу турель поставим. Ох, с турелью, конечно, дела обстоят получше, ну валят они. Их так много. Так, а хилок здесь нет? А, вот хилка. Есть контакт. Отличненько. Так, это что так? Это деньги. Хорошо. Там что-то открылось. И здесь. Сюда идти нельзя. Здесь, я так понимаю, только два вида оружия пока. Ну, в смысле, снайперская винтовка и... Это босс, да? О, ты какой. Колокчик. Тоби крышка. Промах, я упал. Ай-яй, гачет он, конечно, знатно. Главное не забывать юзать все, что у меня есть. Потому что я немножко забываю. Хилка. Какой он живучий. Так, есть контакт. Разготили всех. Машинка прикольная. Так, это что у нас здесь? Угу. Деньга. Так, давайте улучшаться. Давайте, наверное, еще жизни прокачаем. Плюс 50. Вот эта штука классная. Мочит, конечно, знатно. И скорость прокачаем, да? А потом все, о, побыстрее стал бегать. Это хорошо. Ай-яй! А где они там? А кто там?
кто это тут такой? Так гадят. Где он там? Так, вроде всех разбомбили, а машины под низом ездят, да? Ага. Типа туннель внизу. Так, это я не знаю пока куда использовать, какие-то топливные или что это элементы, не знаю, непонятно. Так, а что здесь еще есть. Ой-ой! Больно? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ребята! Сейчас замочит меня. Хилка есть? Дайте хилку. Капец, ну это сложно уже было. Здесь прям чувствуется, жизни не хватает. Это за однорукий бандит. Прикольно, у него пушечка. Так, последний вроде забыл, да? Где он там? Готов. Thank you.
Ай-яй. Да что ж такое, промах, промах. Ох, этот снайпер, конечно, меня потрепал. Будь здоров, ай-яй. Сейчас помру. А хилок-то нет. Вон и хилка выпала как раз, блин. Ай-яй.
О, ну это ж жесткая локация вообще, прям их так много, ужас. Что это? Что-то использует, она заморозка какая-то была врагов. Так, подожди, вот все нормально. Так, там я оружие могу прокачать, здесь деньги, наверное, заработаю. Так, давай сюда пошли. Стрелялка. Стрелялочка, видишь, штука интересная. Подожди. А, они так могут в меня косить в этом щите. Ой-ой. Я думал, не. Капец, сейчас убьют меня. Срочно хилку надо. Уходи. Уходи. Уходи.
А, он типа может заходить и меня здесь убивать. Я думал, он только не коцает меня. Это, пожалуйста, не трогай. Тю. Ну, я думал, он работает по-другому, щит. А он просто задерживает, типа, стрельбу вне этого самого. Когда они внутрь заходят, они тебя могут урон наносить. А. Чё? Ничто. Угу. Ага, роботы, роботы. Аккуратно. Так. Аккуратно. Да ёлки-моталки. Thank you.
Ох, этот минер, капец. Вот эти бомбы взрываются, они косуют прям ужасно. Так, где ты?
Так, ну уже неплохо вроде. Щит помогает, и хорошо. И турелька мощная. Ого! Это было жестко. От них прям не убежать, надо скорость прокачивать, чтобы это самое. Ага, вижу, аккуратно там.
Аккуратно там. Ой-ой! Как больно. А, это что такое? Да? Угу.